Инновации раскрывают давние секреты лесов. Глубоко под корой деревьев скрыты эффективные решения. Химический состав деревьев позволяет нам использовать их ранее немыслимыми способами. Вредный пластик теперь может быть заменен на биоразлагаемые аналоги из дерева. Мы можем заменить графит и редкоземельные металлы в батарейках и разработать новые устойчивые волокна, способные преобразовать индустрию моды. С помощью технологий постоянно разрабатываются новые устойчивые материалы из дерева, включая те, которые могут излечить нас, и те, что обеспечивают нас жильем и работой, одновременно связывая углерод. Инновации в области дронов меняют способы управления лесами и их защиты, помогая в обнаружении лесных пожаров и в борьбе с ними, при этом сохраняя биоразнообразие и защищая хрупкие экосистемы. Леса — новые решения для создания лучшего мира.